Осень – время платить налоги, говорят сотрудники надзорного ведомства. Рассылка квитанций – около 1 200 000 штук по почте и в личном кабинете на сайте уже началась. Как и в прежние годы, самые большие суммы начислены собственникам транспортных средств. В общей сложности 621 тысяча автовладельцев должна пополнить краевую казну на 2 миллиарда рублей. Еще миллиард ждут от тех, кто владеет домом или квартирой. То на 20% вырос имущественный налог физических лиц. Новшество этого года – налог на доходы физических лиц. Его должны заплатить 42 тысячи жителей КРА. Арендодатели паевых земель, получатели страховых взносов и победители лотерей. Так, для одного из счастливчиков налог от выигрыша составит 900 тысяч рублей. Это был выигрыш по 35%, полученный физическим лицом в натуральной форме. Ну, подразумеваем, что это была квартира, да? Также были автотранспортные средства, сумма налога 300 тысяч. Впрочем, налог на доходы может ждать даже тех, кто оформил кредит или сделал банковский вклад. Правда, процент по займу должен быть ниже, а по вкладу выше, чем ставка рефинансирования. То есть, грубо говоря, ставка рефинансирования 8,5% Центробанка. Соответственно, если он берет кредит под, скажем, 5%, то разница между третью, да, и вот 5%, там 1% облагается. А вот земельный налог в этом году по сравнению с прошлым заплатят на 240 тысяч земляков меньше. От оброка освобождены пенсионеры, имеющие в собственности не больше 6 соток земли. Заплатить налоги можно до 3 декабря. После за просрочку начислят пеню. Елена Макаренко, Николай Шелко. Наши новости.